Благоустройство промышленного района, реализация проекта «Комфортная городская среда» ЖКХ. Как живет и развивается промышленный район, какие проекты были реализованы в уходящем году и что запланировано на следующий? На эти другие вопросы ответят гости программы Татьяна Куклева, временно исполняющая полномочия главы промышленного внутригородского района городского округа Самара, и Светлана Потоцкая, председатель ТСЖ, управляющая микрорайоном. Смотрите нас в эфире телеканала «Самара ГИС» во вторник, 14 декабря в 20:30.